где-то кончик кисти, где-то надо присесть на пяточку, да, где-то повернуть. Японская каллиграфия или живописные работы в стиле сумиэ. Для воспитанников 32-й школы в этом нет ничего экзотического. Дополнительный образовательный процесс для детей-спортсменов, занимающихся киокушинкай. За 6 лет занятий карате Анна Мартюшева успела стать призером многих районных и городских соревнований. Теперь готовится к новому, большому этапу своей спортивной жизни. Буду выступать на чемпионате России с группой. Я желаю никогда не подводить свою группу. Еще одна дисциплина, которую 32-я школа представляет на ярмарке образования и карьера, появилась в образовательной программе совсем недавно – спортивный туризм. Это интересно, увлекательно очень. Я как пришла на первое занятие, мне это очень понравилось. Я стала этим заниматься. Узлы можно завязывать в экстренных ситуациях. Если пожар, например, можно спуститься из дома. С прошлого года на базе школы развивается совместный проект с ГУ МЧС России по Пермскому краю. В качестве преподавателей выступают сотрудники подразделений. В рамках этого проекта наши дети систематически проходят профессиональные пробы по направлениям деятельности МЧС, а именно медицина катастроф, пожаротушение, работа спасателей, радиационная, химическая, бактериологическая защита. Ребята учатся основам первой помощи, учатся пользоваться первичными средствами защиты от химии, от биологических загрязнений. Также проходят веревочный курс. Уже этим летом учащиеся смогут продемонстрировать полученные навыки на городских соревнованиях. В случае победы у ребят появится шанс представить свою школу на краевом этапе школы безопасности. Станислав Уланов, Денис Пальчиков, Андрей Соловьев. Телекомпания «Ветта».